Здравствуйте! С вами технический обзор от лаборатории Астроскоп и я, Руслан Зоркий. Сегодня мы хотим рассказать вам о микроскопе, относящемся, казалось бы, уже привычному типу — цифровой микроскоп. Но вот одна его особенность показалась нам весьма интересной и заслуживающей особого внимания. Итак, цифровой микроскоп Sigetta Visio Wi-Fi. Микроскоп поставляется в небольшой красочной подарочной коробке. Внутри коробки расположился надежно упакованный микроскоп и аксессуары. В комплект поставки входит сам микроскоп, подковообразное основание его штатива, гибкая штанга, кольцо крепления микроскопа к штанге, адаптер питания от сети 220 вольт. Он же является зарядным устройством для встроенного аккумулятора. Данная модель относится к весьма интересному типу микроскопов – моноблок. Это компактный микроскоп, основные элементы которого, такие как объектив, система освещения, цифровая камера и другие, размещены в одном корпусе. Благодаря такой конструкции микроскоп имеет весьма компактные размеры, удобен в хранении и транспортировке. Корпус микроскопа представляет собой пластиковый тубус, на одном конце которого видим объектив в окружении 6 светодиодов системы освещения, маховик настройки резкости и смены увеличения. На другом же расположен отсек электронной начинки микроскопа. Если оптическая и механическая части микроскопа уже стали стандартом и мало чем отличаются от других моделей цифровых микроскопов, то электронная часть этой модели заслуживает особого внимания. Вот и рассмотрим ее более подробно. Вся электроника микроскопа расположилась внутри прямоугольного контейнера в верхней части микроскопа. Основным элементом, конечно, является 2-мегапиксельная цифровая камера. Снаружи расположились разъем питания типа мини-USB, тумблер включения и выключения прибора, колесо регулировки яркости подсветки, отверстие с резьбой для крепления на штатив, индикатор заряда аккумулятора, кнопка Reset и слот для установки карты памяти microSD. Поддерживаются карты памяти объемом до 32 гигабайт. Кроме того, микроскоп оснащен встроенным микрофоном. Благодаря наличию последнего вы сможете сопровождать свои наблюдения необходимыми комментариями, замечаниями или пояснениями, которые тоже будут записаны. А теперь о самой интересной особенности этой модели. На корпусе микроскопа есть уже хорошо всем знакомый значок беспроводной сети Wi-Fi. Наличие этого значка указывает на то, что микроскоп оснащен соответствующим встроенным модулем. Таким образом, микроскоп может управляться с любого мобильного гаджета, работающего под Android или iOS, поддерживающего подключение к сети Wi-Fi. После включения микроскопа в течение 30 секунд в списке доступных Wi-Fi сетей на сопряженном устройстве появится новая Wi-Fi сеть, созданная микроскопом. Давайте же посмотрим, как это все работает. Включим Wi-Fi на устройстве, с помощью которого будем управлять микроскопом, предварительно скачав и установив мобильное приложение Tiny Capture под соответствующую операционную систему. В нашем случае под Android. Ну и, конечно, включим сам микроскоп. В течение 30 секунд после включения микроскопа в списке доступных сетей на сопряженном устройстве появится новая сеть, созданная микроскопом. Введя логин и пароль, которые находим в инструкции к микроскопу, подключаемся к этой сети. Запускаем Tiny Capture на нашем смарт-устройстве. Нажимаем кнопку «плюс» в правом верхнем углу экрана. Затем нажимаем кнопку «поиск». После того, как программа найдет микроскоп, нажимаем «ОК» для подтверждения и вводим пароль по умолчанию, взятый из руководства. После выполнения всех этих действий в списке устройств отобразится микроскоп под названием CAM,
со статусом «Онлайн». Далее нажатие на значок камеры открывает окно изображений, передаваемых микроскопом. Поскольку оптические возможности этого микроскопа аналогичны другим микроскопам такого типа, обзоры которых уже есть на нашем сайте, предлагаем без комментариев посмотреть несколько примеров изображений различных предметов. Итак, что можно сказать? У нас в руках побывал еще один цифровой микроскоп с оптическими качествами, присущими большинству микроскопов этого типа. Однако возможность удаленного управления, не ограниченного никакими расстояниями, при наличии доступа к сети интернет, выгодно выделяет его на фоне его собратьев. Он может стать незаменимым помощником для работы в тех местах, где человеку либо нельзя находиться, либо время нахождения очень ограничено. Ну и, конечно, вне всякого сомнения, микроскоп найдет себе применение и для решения различного рода мирных домашних задач. С вами был технический обзор от лаборатории «Астроскоп». До скорой встречи в нашем магазине!